Всех приветствую, с вами Павел, изба. Сегодня у нас будет видео по диагностике вот такой вот машинки. Это Audi A6C6 рестайлинг 2009 года выпуска, довольно в неплохой комплектации. И мы ее будем диагностировать Одисом через сканматик, то есть через pass-through девайс, как я вам и рассказывал на прошлых видео. Вот у нас запущен Одис. Одис у нас довольно свежий, 7.2.1. Зажигание стоит, галочка, что включено. И мы делаем запуск диагностики. Очень быстро работает интерфейс, машина сразу определяет ВИН. Мы ставим, что эта модель у нас А6. Вот 10 модельный, это у нас универсал, двигатель 3 литра дизель. Сейчас, секундочку. Без трекпоинта, которому привык, не очень удобно. Вот, применить. Уже определился ВИН. Выбираем, что делаем диагностику без заказа снаряда. Смотрим, как быстро будут определяться блоки. Вон сканматик работает просто превзойденно. Все блоки определились. Сейчас дальнейшее будет происходить диагностика автомобиля через сканматик 2 Pro AUX. Вот, все блоки определены. Так что спасибо за внимание. Всем до скорых встреч.